Министерство природы продолжает реанимировать источники жизни по региону. Например, сейчас ремонтируются два родника в селе Мордовская Темрязянь. Для населенного пункта это большое событие, потому что центрального водоснабжения здесь нет. Жители села неоднократно обращались по поводу ремонта и благоустройства родников. В данном родников не было ни подъездов, сами они находились в ужасном, как говорится, состоянии. Поэтому через Министерство природы получены были средства, в настоящее время проводится их реконструкция данных родников. Родники меняются до неузнаваемости, к источникам жизни подготавливаются подходы, делается новый сруб, строят новые каркасы и лавочки для удобства людей. Стоимость работ на одном роднике почти 260 тысяч рублей. Здесь не было ничего, здесь был такой, колодец, срубовой колодец. Но мы ему придали некий такой, знаете, интересный вид в виде рубленного, домика. Обновленные родники будут доступны людям с начала сентября. На этом работа по госпрограмме охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов не останавливается. Впереди ремонт Маришкиного родника в Ульяновске.